Самый крупный железнодорожный вокзал в Москве. Раньше он назывался Курско-Нижегородским. 9 платформ, 17 путей. На платформы я снимал на МЦД-2 в начале марта прошлого года. Сегодня тоже выходил на одной из платформ, добавлю фотографию. Рядом переход ТЦ Атриум. Две станции метро Курская, на Кольцевой и на Арбатско-Покровской линиях. И одна станция метро Чкаловская на Люблинско-Дмитровской линии. В общем, вокзал достаточно большой. Больше по площади, чем предыдущие два, которые я сегодня снимал. То есть по нарастающей площади увеличивалось. Савеловский самый маленький из сегодняшних был. Рижский средний, а Курский самый крупный. Но наполовину он на реконструкции. Внутреннюю часть тоже добавлю в фотках. Часть рейсов перенесена с Курского на Восточный вокзал 29 мая прошлого года. С Курского вокзала можно поехать по МЦД-2 в сторону Подольска, также по Курскому направлению на юг России. Орел, Курск. Можно по Горьковскому направлению. Это часть его скоро войдет в МЦД-4 в сторону железнодорожного. Поехать можно отсюда. Так красиво. Это Атриум. Строится новое здание. В общем, два направления отсюда, Курское и Горьковское. Сейчас количество направлений и вокзалов одинаковое, по 10. Площадь Курского вокзала, центр Москвы, район Басманный, крупный транспортно-пересадочный узел, пригородные кассы, земляной вал 29. На вокзалах много служебных помещений. Вот Балашиха. Некоторые говорят Балашиха. Я двояко буду говорить. Петушки. Ахабина. По МЦ-2 можно поехать и в сторону Рижского направления, так как диаметр эти два направления объединяет Курское с Рижским. Некоторые здесь в ремонте. Вокзал открыли в 1861 году, то есть достаточно давно. Почти в то же время, что и три вокзала на Комсомольской площади. То есть вокзалу более 150 лет. Ну и у каждого из вокзалов, которые я снимал за последние 3 месяца, а я их снял все, кроме Восточного, который я снимал в прошлом году, как только открыли, 29 мая 2021 года. У каждого из вокзалов есть какие-либо особенности. То есть самые крупные, самые популярные и другие. Вот у Курского выделяющаяся особенность, он крупнейший. Ну и у остальных двух, которые я сегодня снимал, я думаю, я тоже найду какие-нибудь особенности. Временно закрыть на реконструкцию пешеходный тоннель бизнес-комплексу «Арман». Один из выходов из метро закроют, я добавлю фотку к этому видео. Дальше я, конечно, ничего планировать не буду, все будет видно. Но одна радостная новость на моем канале есть, что все железнодорожные вокзалы, которых сейчас 10, я снял. Все ЖД вокзалы, не именно платформы и направления, а сами здания вокзалов я снял теперь вместе с сегодняшними видео. Видео всех вокзалов будут доступны на моем канале. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, пригородный электропоезд доставка. Вот уже впереди как раз то место, как раз карта метро, где закрывали выход из метро. Осенью прошлого года я снимал.
марте в плане транспорта. Возможно, будет еще видео с новой платформой Минска, если ее откроют на киевском направлении, будущем МЦД-4. А так, в принципе, все. Метро, парковки платные у вокзалов, Садовое кольцо впереди. С вокзалами я прощаюсь до каких-либо изменений.